От огня часть крыши не выдержала и рухнула буквально в метре от пожарных. О том, что в городе горит заброшенное здание, на пульт УЧС сообщили в 4 часа дня прохожие. Прибыв на место, команда спасателей обнаружила горение деревянной конструкции мансарды. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. По словам ЧСников, ликвидация огня в пустующем здании заняла примерно 40 минут. По предварительной версии, пожар произошел в результате поджога. Установлено, что здание не действует и не охраняется, не электрифицировано. То есть по причине пожара это, конечно, открытый источник зажигания в результате действий неустановленного лица, в связи с тем, что имеется свободный доступ в помещение. Всего с начала года в Темиртау зафиксировано 108 случаев возникновения пожара, в которых 5 человек погибло, 7 получили различные травмы. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности и умышленные поджоги.